Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня у нас 29 ноября, и я продолжаю показывать вам последние события и новости, которые происходят в стране Беларусь. Сегодня рассмотрим, что произошло за последнее время. Что же, погнали! На первом событии можем видеть, как Лукашенко хочет быть легитимным в ЕС. Интересно, спроста ли это или все-таки есть какое-то предназначение для этого события. Далее у нас возобновился суд над Тихановским и другими, то есть суд был, по сути говоря, заморожен, а теперь он активно ведет свою деятельность. Последнее и заключающее событие на сегодня – это снова не работает БелАЭС. Возможно, произошли небольшие неполадки на станции и временно станция не будет работать, но скоро она возобновится. Вот и все, дорогие друзья, по событиям очень коротко и мало. Да, я знаю, ну а что поделать, событий практически нету. Ладно, большое спасибо за просмотр данного видео, до скорых встреч и всем пока.